Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла мамочки. Для этого нам понадобится масло авокадо натуральное, несколько видов красителей, а именно краситель ультра-алый, краситель жидкий ультра-зеленое яблоко и краситель ультра-морской бриз. Также мы будем использовать одушку свежескошенной розы, белую мыльную основу. Также нам понадобится несколько термостойких стаканов, стеклянная палочка для перемешивания, несколько пластиковых пипеток и форма. Выглядит она вот так вот. Для начала растопим небольшое количество белой основы. В растопленную основу мы добавляем алый краситель и несколько капель одушки. Все тщательно перемешиваем. И с помощью пипетки окрашиваем розочки. И оставляем до полного застывания. Далее в растопленную основу мы добавляем краситель зеленое яблоко. И несколько капель одушки. Теперь с помощью пипетки закрашиваем листики. Thank you.
и ждем, пока они застынут. Теперь мы берем краситель «Морской бриз», добавляем его в основу. Добавляем туда же отдушку. И добавляем немного масла авокадо. И все хорошенько перемешиваем. И закрашиваем слово. Теперь мы берем зубочистку и процарапываем все окрашенные поверхности для того, чтобы слои между собой хорошенько скрепились. И в растопленную белую основу добавляем немного масла и добавляем отдушку. Все хорошенько перемешиваем и заливаем в формочку. Лишнюю пену убираем спиртовым и оставляем до полного застывания. После того, как основа полностью застыла, мы достали мыло из формочки. И вот такое у нас получилась красивая мылка. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!